Сьогодні гостей приймає 57-річний композитор та музикант Серж Баюн. Саме зараз гості вирушать на екскурсію оселею Сержа, після чого нарешті спробують його салат довголіття з печінкою та спаржею, який своїми інгредієнтами дуже нагадує салат з вечері Юлії Володимирівни. Це ж вот это ж все ради чего, как говорится. Вот это моё хозяйство. Все ради чего строилось. Это причём малый джентльменский набор, вот это вот. Ну да, вы тоже такой джентльмен. Нет, серьёзно. Небольшой. Вот это моя маленькая жизнь. Тапочки, ласточки. Ничего себе тапочки. Вот это я прихожу в магазин. Вот ты приходишь туфли покупать, а я вот такую штуку. А что это? Я так думаю, что эта штука стоит не дешевле, чем мои туфли. Гораздо дешевле, но все равно не все же мужчины покупают. Ну вы как всегда скромничаете, Серж. Перестань. Потому что я знаю, ты меня переоцениваешь, я тебе говорю точно. Ой, слушайте, я бы, знаете, что сделала? С удовольствием бы сфотографировалась в этих атрибутах. Но я буду зайчиком. Ноги зайчик сюда. Дарно, например, зайчики сидят. Зайчик, а теперь идет под твою футболку, кстати. А кто фоткает? Гарне питаннячко. Так, давайте я, наверное, вас фотографирую. Ну, конечно. А давайте. 3-4. А давайте ты нас фотографируешь. И 3. Чиз. Еще. Вот эти ласты меня прикололи. Скажем так, да, у меня всегда хотелось фотографироваться с такими ушами. Пойдем второе блюдо посмотрим? Да. Я думаю, что да. Никто? Подождите, книги мы же не рассказали. Минуточку, ребята, что ж вы уже... Я уже все посмотрел. А вы увидели книги? Первая сказка у меня первая переведена на 14 языков. Самое смешное, что она первая была переведена на китайский. Ну, обложка, конечно, такая была слабенькая. То есть, если бы я не знала Сержа, да, его такую... широкую натуру, да, его такой непростой ум, то я, наверное, эту книжку бы не прочитала. Вы только Сержу этого не кажите. Образиться, тем паче его вечер сегодня. На каждой сказке другая женщина, и Баюн опять же шепчет женщине сказку. Сергей говорил, что у него с каждой женой был как определен какой-то срок, и как-то это ни странно, было 12 лет. С третьей женой это он, по-моему, говорил, что уже 10 лет. Я мало очень с ним общалась. И чтобы понять, действительно, насколько он там проникается к женщинам, там действительно ли у него это все там с периодичностью 12 лет. Но в любом случае он такой, какой он есть, все мы разные, все мы заслуживаем на свой образ жизни. Вот это моя супруга сегодня. А вот это? Это не состоявшаяся, наверное, супруга, да? Просто на вид книга какая-то, ну, непонятно. Ну, Жлобская нельзя книгу назвать. Все-таки какой-то там человек труд, приложил усилия, это как бы там ни было. Даже если там чушь написана полная, да? Ось и настав час салату. Вы печень... жарили или на пару варили? Вот, хороший вопрос. Спасибо за вопрос, называется. Вот вчера... Юлечка приготовила печень. Очень вкусную. Все же не могут это не отрицать. Она ее жарила в масле, насколько я помню, да? Оливковое. В оливковом масле, да. А у меня как раз... Там просто технология. Прекрасно, но ты жарила. А у меня как раз этот, скажем так, салат здоровья. Он два ингредиента. Это спаржа и куриная печень, сделаны на пароварке. Ну, мне кажется, что кто-то все-таки вчера... украл твой рецепт. Именно. Было дежавю. Или это у меня было... Или я уже где-то это видела. Спаржа и печень куриная. Как-то, честно говоря, странно выглядело. Ну, то есть у него была возможность за целые сутки как-то соригинальничать. А у кого печенька краща? Ну, как у кого лучше печень? У меня, конечно, лучше печень. Потому что печень с медом, я думаю, ну... Многие попробовали впервые, и это действительно оригинально. Я не изменил меню, потому что считаю, что у нас абсолютно два разных салата. У Юлии была жареная печень куриная, а у меня была вареная и пареная. Вкуснота. Лепота. Тает на языке. Це ты, щоб Юлію Володимирівну роздратувати? Это авторский салат или это, ну, общеизвестно? Ну, скажем так, если уха это от Сержа Баюна, то это от моей супруги. Ваша супруга мудрая женщина. Ну, выкрутився. Не твой салат, а дружины. Вважай, что мы поверили. Весь дом был пропитан третьей женой Сержа, и
видно, что эта женщина действительно его вдохновляет, как и написание всех его книжек, или большинство из... И, ну, мне кажется, в этот раз он действительно остепенился. Думаю, поскольку Серж уже женат, Юле ничего не получится. Салат пошел очень хорошо, даже, можно сказать, отлично. А еще раз отдельное спасибо жене Сержа. Я, честно говоря, вот предполагала, что что-то какое-то будет майонез будет под соусом, да, там либо сливочным, либо под прованским. Вот, и что-то вот связанное с тоже зеленью. Ну, майонезные салаты, они всегда очень вкусные. Ну, не майонезные, но на основе таких соусов. Они всегда очень вкусные, и я их люблю. Серж, а вы зарабатываете только писательством? Это единственный бизнес? Нет, еще немножко музыкой. Немножко музыки. Аранжировки. Услышим сегодня что-нибудь? Ну, если будет ваше желание, что-нибудь поиграю. Будет. Та не лукавте, ви точно ж чекаєте, коли вас проситимуть зіграти. Могу сыграть прямо сейчас. Просим, маэстро. Включили. Я почему-то вас с гитарой представляла. На гитаре я тоже умею. Ну, смотрите, ну я прям все про вас знаю. Вы точно споріднені душі. Что вам поиграть, даже не знаю. Что-нибудь свое. Свое? Без Автор проблем. Стран. Шторы на окнах закрыты. Дети спят, и пусть снятся им сладкие сны. В доме тепло и уютно, никто не заменит твой запах весны. Ночь, ты сидишь у камина, устала немного, но ты не грустишь. Дай я тебя поцелую, мой нежный и верный малыш. Так, все, вы хотите, я пошла танцевать. Я целую, слова не нужны. Вместе листаем страницы, рисуем узоры, рождаем. Сатурну больше не наливать. Мне кажется, что... Юле это было мало интересно, и она, так сказать, сделала все возможное, чтобы гости не слушали, что я пою и что я играю. Мне так показалось. Я так счастлив с тобою, и преград для любви нашей нет. Ну, если честно, вот, ну, вот без обид, если так говорит, то мне наш танец запомнился больше, чем... Его выступление. Ну, Юлю, вчора твоє розмальовування рук, запропоноване на розвагу, взагалі мало кому сподобалося. Люди навіть з місця не підвелися, а тут все-таки пісні, танці. А ви говорите. Душой романтик, сердцем джентльмен. Опа. Влюблен в Одессу и французский Сен-Жермен. Его не смыла талая вода. Пошли на пользу брачные года. Мечтает красавица, и не совсем она. Баюн нальет тебе французского вина. Ты с ним не будешь ни о чем жалеть. Он не позволит даме похудеть. Серж, то ты у нас ще й танцюрист? Танцуя и пая песню, наверное, Серж хотел произвести впечатление певца и танцора. Ну, наверное, так. Кот сыграет на рояле, птичкам песенку споет, на ночь сказочку расскажет и немножечко при. Врет. Браво! Это было великолепно. Это было супер. Юля, досить насмехаться. Тебе ж не сподобалося. Было захватывающе. И пел так от души. Видно было, что он очень старался. Было очень приятно. У него там книги плавно переходят в музыку. Потом, я так поняла, там он типа электрик буги танцевал. Там что-то. Ну, мы, естественно, его поддержали. Вот, ну, какую вы ели такую экстремальную, даже не то, что не традиционную, экстремальную еду? Ну, серьезно.
Я лягушачі лапки. Ну, щось не дуже екстремально. Бичі яйця, не знаю, наскільки так. От я хотіла на цьому моменті зновитися. Я... О, Боже. Це точно. О, Боже. Мне когда задали вопрос, вот какую такую экстремальную еду вы употребляли, я сначала задумалась, а потом вспомнила день рождения своей одноклассницы. Mm. Вот, мы тогда учились в 9 классе, она пригласила нас всех к себе домой, ну не всех, но были в основном одноклассники. Вот. У нее такой очень классный папа до сих пор, помню, такой очень общительный мужчина. И он так классно под шум волны, когда же все там подпитые были, просто говорит, да вот попробуйте это блюдо, смотрите, у меня только одна маленькая розеточка. Ну, просто во рту, то... Серже, щось ти не в захопленні від розповіді Юлії Володимирівни. Буду откровенен, очень утомительно. Третий раз общения, это достаточно утомительно. Только мы его проглотили, он сказал, вы знаете, что это бычьи яйца. Половина класса подорвалась и побежали в туалет. Но я после этого больше никогда их не пробовала. Все. Я бы не отъедал. Юля мне нравится очень как девушка и как... там героиня там нашего вечера, вот, но в плане семьи мне больше нравится типаж девушки, это, наверное, спокойствие. С маленьким секретом, постарайтесь его отгадать. А я отвечу. Ликер какой-то. Но я вам даю 10 попыток, чтобы сказать, что это. Кофе. Темный, не поколо. Неужели самогонка? Это испанский херес. Буквально по 5 грамм испанского хереса. Вино, что ли? Да. Ну, батенька, вы загнули, конечно. Ну, загнул. Мне понравилось, какой вкус приобрело мороженое после добавления хереса. То есть это было вкусно. Десерт с этим, с лекарством от горла, да, который? Не, вкусненько. Вкусненько было, вкусненько. Даже несмотря на... Ну, ничего нового я для себя, по большому счету, не открыла, да? Мы сейчас купаться идем. На улицу после мороженого. Купаться в речку? Угу. А там холодно же. Где там? На улице. Короче, ты не хочешь? Купаться? Не, вы мне точно обеспечили. А смотря где? Купаться? А не холодновато будет? Купаться вы точно не хотите, да? Однозначно. В баню. Тогда я предлагаю выйти на террасу. И у нас сейчас будет спортивное соревнование, между прочим. В 2 часа. И тот, кто выиграет в этом спортивном соревновании, получит приз моих дней. Ты уверен, что это хорошая мотивация? Что такой приз справді запалить спортсменов змагатися за перемогу? Все? А медаль? Все 7 книг. А медаль это вчера? Есть за что бороться. Только один? Один. Полное собрание сочинений. Полное. Мы можем договориться, идти потом читать книги по очереди. Ну, пошли. Так, ребята, прошу, на террасу. О, дождь на улице. Прикольно. Свежо. Ты смотри, пока сидели, дождь начался. Ну, что, пошли нырять? Ну, а вы пойдете? За вами, да, хоть пока света. Но я знаю, что вы все равно пойдете, поэтому вот дартс, вот стрелы. И повторяю еще раз, тот, кто наберет больше всего очков, получает 7 книг Сержа Баюна. А сколько будет спроб? У вас 1 попытка. Ты бросаешь один раз 5 стрел. Дротиков. Понятно. Поехали. Ух ты, 8. Yes. Ого. Я же говорила, что 8 это мое число. 16. Юля набрала 28 очков. Аня, твоя спроба? Минуточку! Нет, честно. Аня, стань далее. Все честно. Она выстрадала этот бросок. Неправда. Честно, мальчики. Девятка, ты не переживай, дальше будет меньше. Будет. Вы не завидуете. Что я говорил? Не спешите. Очень сильно хочет собрание сочинений. Юлия Володимировна, а вы хиба не хотите? Маня, да вообще там жестко, вообще такое чудило. Откровенно, не говоришь уже, ну, куда ты, да, она все равно подходит и рукой в дротик просто в тупую вставляет в эту доску. Все, вот уже все, 25, все, она проиграла. Все. Ну ты, Юлия Владимировна. 18 плюс 5, 23. Юлия Владимировна считать умеет, поверьте. А я махнула откровенно. Я так перегнулась, что, по-моему, там оставалось... Сантиметров 30. Ну, чужі гроші рахувати точно вміє.
Так, ну что, Леша? Ты будешь кидать? 28-23. В этот раз. Ножку знаешь, где поставить? Сюда. Дотянешься? Нет, нет. Лешенька, дотянешься? Нет, тут главное мне ножку поставить. Тут главное... Мне надо эти книги. Самого низшего числа. Два комплекта, это я не потяну. Спасибо, как всегда недооцениваешь. У тебя большой шанс есть. У тебя большой шанс есть нарваться на неприятности. Ну что ты такая противная, а? Может, мы поделимся потом. Я же вам сказала, я первый день, когда я выиграла мафию, вошла в кураж. Сегодня уже третий день. Так, я из него не вышла, дело в том, что... Виталий, мы в тебя верим. Семь. 14. Молодец. А девятка, что ли? Восьмерка, не восьмерка. Стоп, подожди. Девятка. Поздравьте по-братски. Порадуйтесь за это. Я не буду радоваться тут нечем. Я, конечно, хотела победить в очередной раз. Я никогда этого не скрываю. Виталик нехороший человек. Он украл мою победу. Радоваться тут нечем. Я сейчас... Вынесу тебе приз. 2 секунды. Я могу. Я хотела... 7 книг. Дорогие гости. Я бы не был Сержем Баюном. А какие пакетики? Мама. А можно мне этот в крапинку? Если бы я не подарил каждому из вас по комплекту своих книг. Щедрый ты, Серж. Я, честно говоря, до последнего не сомневалась, что Серж подарит книги абсолютно всем. Ты победитель, выбирай. Мне. Золотая тоже. Золотая. Какая разница, что обертка? Самое главное содержание. Ну да, да вот это вот. Взял. Кто на втором месте? Ты. Я пропускаю, женщина. Да. Она взяла серебро. Я золото взяла. Как это? Зачем мне серебро? Серж, подпишешь, правда? Подпишу. Кстати, давай, хороший. Победителю. Какие давай первую хорошие. Книжку. Первую книжку давай. Так, подожди, подожди. Так куда ж ты так, Серж, поспешаешь? Не ходите, парни, замуж. Да, да, да. Сказка седьмая. Зачем тебе, подожди, зачем тебе такая книга, такой автограф на этой книге? Возьми другую книгу. Мужки, а мне надо какую брать? А ты возьми секс не повод для знакомства. Сержа, це такий тонесенький натяк. А нічого, що ви одружений. Почему он меня ассоциировал именно с этой книгой? Ей. Мне как-то даже неприятно, честно. То есть, может быть, там я иногда бывает, когда там что-то лишнее пошли по этому поводу, там, или... Но мне бы хотелось, чтобы он меня ассоциировал больше как с богиней. Нет, ну ты скажи, почему именно эта книга? Каждая женщина богиня. Вот это... Очаровательной Юлечке. Владимировне. От автора. Владимировна. С наилучшими пожеланиями. Мне кажется, что Серж, он вообще и даже особо... Я сначала думала, что он врет по поводу того, что вот, я пришел на проект, мне победа не нужна. Ну, так оно и есть. Он же хочет себе вторую хату построить, ну, как бы книги продать, да? Спасибо вам огромное, дорогие друзья, что вы пришли ко мне в гости, не побрезговали. И вам дякуємо. А зараз побачимо, якими оцінками віддячать вам гості. У Сержа, к сожалению, несмотря на то, что у него действительно сегодня была классная еда, было скучно. Просто. Хотелось вот лицом просто так вот упасть в эту тарелку сухой и захрапеть под песни Сержа. Ну, как это вообще возможно? Домина у него офигенная, сфотографировалась с ластами на голове. Поэтому я сегодня ему ставлю 6 баллов. Сегодняшний вечер мне понравился, все было душевно, хорошо, вкусно и тепло, поэтому моя оценка достаточно высокая, 8 баллов. Сегодняшний вечер был идеальным. Все понравилось абсолютно, начиная от встречи гостей и заканчивая подарками Сержа. Поэтому моя оценка Сержу это такая. Ну, все, вечер в общей сложности был, мне очень сильно понравился. И был такой один момент, вот помидор, который Сергей вот донес, допустим, в немытых руках, и так за стол прям, это немного не по-шеф-поварски. Беру вот всего лишь 2 балла, вот такой вот маленький-маленький нюанс. И моя оценка будет 8. А гости виявилися досить вдячними. Правда, за винятком Юлії Володимирівни. Композитор та письменник Сергій Баюн набирає 31 бал.
Дивіться завтра, що змусить Юлію Володимирівну різко змінити своє ставлення до Олексія, якому вона симпатизувала. Я офігела від поведіння Льоші. Я взагалі, от кого я відкрила для себе з нового сезону, так це Льошу. Несподіване викриття темних сторін Ані та Юлії Володимирівни. Много Аня потрогала мене за груди, це було нормально, тому що їй, очевидно, цього не вистачає. Шокуючі відвертості від Ані. Я лічилась як медикаментозна. Та нарешті гості гуртом схилять Олексія до відвертої розмови про особисте. Які у тебе секрети? Ну, тільки будь відкривені. За Діму. За Діму, давайте. За Діму, да. Звана вечеря. Найсмачніше попереду.